Привет! И снова с вами мой расчудесный Биоламикс. А еще орешки Кэшью, которые я собираюсь измельчить, так как я особо нигде не нашла конкретного рецепта, как сделать из Кэшью урбеч. И вообще с Кэшью особо ни разу так конкретно не работала, кроме как сожрать 12 штучек за чашечкой чая после обеда или завтрака. Как бы я его даже не обжаривала, ничего. Вот я, наверное, его обозревала на заказах с Вайбериса или Сазона, где я его тут покупала только второй раз. Вот орешки такие. Я решила заснять тебе, зритель, как я его в Биоламиксе. Это будет второй обзор Биоламикса в приготовлении урбеча или пасты, или типа того. Первый был как раз вот про семечки подсолнечника и кунжута. Еще один был как бы, но я так еще и не рискнула его смонтировать. Там обзор, как я замороженный банан куском фигак и пытаюсь из него мороженку сделать. Шо, зритель, поехали. Я немножко переместилась. Я даже в кадр влезаю, офигеть. Управляю с телефона. И вот я поставила кувшинчик тестового, чтобы понять, влезет ли это все в кадр. Влезла. Зритель, я снимаю сейчас при свете 3 лампочек энергосберегающих на 100 ватт каждая. Если ты вдруг тоже страдаешь блогерством, просто иногда мне попадаются такие ролики. Моему каналу там 300 лет, значит, не, моему всего лишь 6,5, даже меньше 6 лет, где-то так. Моему каналу 300 лет, но я экономлю на, не я, а человек. Экономлю, значит, на этом самом, на электричестве до сих пор, но чего-то все хочу для этого канала. Ну да, я иногда смотрю таких блогеров, если мне особенно YouTube их подкидывают. Или Инстаграм, и я потом иду по ссылкам, короче говоря, или какая-нибудь там подписчица. Всем довольна, скажет, посмотри вот этого блогера, ты раньше его смотрела по умолчанию. А там косметику обозревают, и морда лица такая вся желтая, и все в желтых оттенках. Так вот, блогер, или тому, кто типа как тот блогер, не экономь на электричестве. Купи себе дорогую лампочку где-нибудь там. Да ну, в принципе, можно и за наборчиков. Короче, купи себе дорогую лампочку. Во-первых, ты сэкономишь в итоге на электричестве. Во-вторых, у тебя будет яркий дневной свет. В-третьих, твой морда лица будет не желтого цвета, а естественного. Я просто как бы включила камеру с выключенным светом, с дневным из окна, и поняла, что как-то слегка темновато. Думаю, ну-ка, включу я с этим. И поняла, что будет как-то более ярко. Мне, по крайней мере, удобно будет смотреть, не знаю, как тебе. Тут у нас, кстати, 0,5 кило. Вроде как покрывает эти самые ножи. Надо хоть взвесить, что у меня тут. Эх. Веси Galaxy, которым черт знает сколько лет, они все еще живы нормально. Сейчас. Ну, слышишь, что это, я спрошу. 260 грамма. Я думаю, тут 2-3 грамма, скорее всего, это упаковка. Короче, 260 и 240, наверное, тут. Ну, чуть поменьше, потому что я 1,5 ореха схомячила сегодня. Что, зритель, давай вот это. Вот столько. И хреначим. Беру на свое весовое место. На их весовое место. Ох. Сейчас мы закроем вот этой резиновой. Она у меня тут какая-то фигня, видать, на столе была. Крошками нафигачилась. Кстати, чайник-то такой крутой, зритель. И я поняла, что я тогда заказывала аппетита. Мне прислали чайник Bing. И упаковка-то была другая. Короче, этот Сбер Мегамаркет или как там его. Ну, как сам Сбербанк. Открываешь вклад в Сбербанке, одни проценты, через месяц смотришь, там вообще проценты другие. Но это, зато если ты, наверное, кредит берешь, это кредит ты никогда не брала, то там вообще еще больше веселья. Ну и вот так Сбер Мегамаркет тоже. Поэтому заказывай, зритель, только на Озон и на Вайтберис. На Озон, даже если у тебя нет премиума, как показала практика 2 заказов. Если интересно, гляньте телегу мою. Ссылка есть в инфобоксе и на канале.
в информация-канале. Короче говоря, как показала моя практика, даже если у тебя нет премиум-аккаунта, но если у тебя карта Озон, и ты платишь этой картой Озон, то ты вполне как бы можешь заюзать баллы, которые как бы накопились, причем спустя буквально сутки. Я тут иду за пиковинкой. Надо это как-то отсоединить временно. Ехахах. Вот оно. Удлинитель. У меня там еще в пакетике лежат лесные орешки наши. С этими кусачками, плоскогубцами, или как они там. Я собиралась их сегодня пожрякать, потому что я вся такая какая-то сонная. Несмотря на то, что по утрам принимаю холодный душ, но что-то меня как-то не спасает. Даже гирю попыталась потягать, но без коврика на полу меня слегка сносит с этой гири, особенно с утяжелителями на ногах. Ок. Ну что, кто у нас тут? У нас тут 13-я где-то скорость или типа того. Давай на первую пока попробуем. Ты же видишь это все, да? Ты видел, зритель, как он сейчас сдвинулся, аж вздрогнула, ёшкин кот. Я что-то думала, что он уже не сдвинется. Там как-то так это расфигачилось. Можно, конечно, этой фигней, но мне удобнее ложкой. Интересно, получится ли у нас этот самый рубеть? Интересно, слышно, как эти буйные животные этажом выше собачатся? Человек ведь тоже животное. А то я помню, в комментах какого-нибудь хейтера называю животным. У него цель жизни меня обидеть, но он почему-то обижается на животного. А по идее, как бы тоже животное. Я животное, а он животное, хрен. Все мы слегка животные. Я тут несколько дней довольно рано ложусь, довольно рано просыпаюсь и встаю в итоге. И вчера даже комп не включала. Даже не, ну как бы я на мэй читала там ваши комменты, вот так на каком-то слегка автопилоте. Думаю, потом отвечу. Я иногда отвечаю, сразу по ссылке прохожу на другую вкладку с телефона. Но телефон такой сказочный, он что в телеге любит слова иногда заменять. Стараешься без очепяток, прочитаешь перед отправкой. Но раз так, перед отправкой само что-нибудь заменит. Хотя вроде даже не то 9. Еще мне больше нравится, когда тебя какой-нибудь хейтер хейтит, всякую гадость в комменты пишешь. Ты ему пишешь на ютубе, ты дебил или шо? Камень через 15 минут удаляется. После YouTube я поставила виртуалку на телефон. YouTube, короче, там этот премиум, фу, блин, не премиум, как он добавляет. Приложение YouTube мне пишет, соблюдайте правила сообщества, бла-бла-бла. Я думаю, блин, пиши про это тем, кто их не соблюдает. Пишешь там комментарий какому-нибудь хейтеру, который вот 6 лет тебя смотрит, хейтит, еще особенно те, которые пришли там, если стихи рыбу. Ретника, эти бывшие анонимусы. Но есть неадекватный один мужик. Анонимусы это по большей части адекватные. За редким исключением. Ну и оно, короче, ты ему пишешь, ты что, дебил или дурак? Ну или что-то в этом роде. Дурак или дебил.
И коммент минут через 15 удаляется. Я думаю, о, блин, Ютуб какой, русская поддержка. Все для хейта. Ничего для автора, блогера и творца, ёшкин кот. А чё? Попробуем этой палочкой волшебной. Я не очень понимаю этого прикола толкателя, но я когда только увидела подобного типа блендера, я так захотела блендер именно с толкателем. Так, ну что, включаем его. Так-то там внизу совсем, вот видно, что оно уже таким маслом пошло. Но у меня сейчас такое ощущение, что надо было побольше кидать этого самого кэша, потому что он раздолбался, по стеночкам размазался. Ну-кася. Ничего такой. Думаю, лучше ложкой уделывать. Да. Сейчас я посмотрю в телефон, как вот видишь, зритель, да, там оно как бы такое. Ну, даже если не видишь, представь, что оно там такое. Вообще на меня эти арахисовые, семечковые, ну, короче, ореховые пасты влияют очень хорошо. Мой желудок начинает отличненько так работать. Если ты не догоняешь прикола, то это, знаешь, такой чай бывает, летящая ласточка. В составе с пуэром. Ну, вот примерно тот же эффект. Это если у тебя проблемы с пищеварением. Хотя, возможно, это только у меня такие странные эффекты. Интересно, вот слышно на камеру, как там этот сказочный дядя что-то орёт. Ну, кстати, очень слабо сладковатый этот орех. Я раньше что-то кэшу так боялась, не ела и вообще как-то избегала. Случайно попробовала и вот внезапно вот проныклась. Давай еще раз его. На максимум сразу. Отвести, что ли, тебя? Я тут сделала страшное действие, облизала ложку. Если я этой облизанной ложкой туда полезу, то у кого-нибудь будет, возможно, вынос мозга через рот, поэтому я сейчас возьму еще одну ложку. У меня тут есть ложка с дырками. Если хочешь, зритель, побыстрее это все сварить, то, наверное, надо туда какое-нибудь масло полить. Но это, мы же делаем все по фэншую. Стопроцентный кэшу без всякой хренотени. Ничего в таком состоянии, когда из него можно каких-нибудь конфет налепить. Опалять в чем-нибудь. Или смешать с чем-нибудь и налепить конфет. Делают там какие-нибудь конфеты из кешью. Я вообще как бы кешью не переваривала, чисто потому, что в Инстаграм лично попадались какие-нибудь двинутые ппшники, которые жарили какой-нибудь блюри, какую-нибудь кето-диету не по назначению, чтобы похудеть.
И у них там везде такая еще была. Только из-за каких-то идиоток. Идиотов тоже. Из-за идиотов любого пола. Ну что, еще раз? Вытеру я полотенечком эту штучку. Ну ща попробую ей все-таки подолбашить. Чуть было пальцем не задела клавишу записи на смартфончике. Топенький такой. Постараюсь не затягивать с монтажом этого счастья. Потому что, может быть, кто-то, так же, как я, подобным обладает и знает, как это лучший способ этой палки управления. Все-таки, наверное, удобнее этой ложкой фигачить. Ой-ой-ой. Пум. Похожа ли она на пушку? Внизу-то оно такое мягонькое. Мыть, правда, потом придется каким-нибудь шампунем или чем-то иным, или гелем. Но точно не поберлик, поберлик не хит. Она его не отмывает. Там что-то остается. Не знаю, что в этом, что ему не хватает этому фаберлику. Хотя чайная разводка, он до сих пор хорошо отмывает этот фаберлик. Сначала я тут что-то замерзла, закрыла окно совсем. Одела домашние хлопокли, он брючки. Учитывая, что на мне еще теплый халатик. Хотя что-то мне жарко стало. Второй раз выключаю, и он начинает псикать. Ну, в смысле, так как подпрыгивает эти штучки, подкидывает, а потом их как бы это. Ну, как бы то. Было одно аниме, мне так оно сначала не нравилось, потом очень понравилось, я его смотрела исключительно на телефоне, там у одной героини было любимое слово «любопытно».
Не хватает мне терпения, мне хочется ложечкой помочь. Потом заведусь этим самым, как он звать, миндалем и сваяю этот самый, как он звать, марципан. Последний, наверное, раз. Уж не буду его доводить, наверное, на камеру до совсем абсолюта. Мне уже есть начинает хочется. На телефоне не к месту вырезал уведомление. Так, и сын. Ну, в принципе, оно уже такое. Блин, она горяченькая такая, по жопке-то чашечка. Как бы вот это, ну, можно сказать, тепленькая. А вот жопка-то металлическая, прям горяченькая. Хотя сам он по себе холодненький. Я тут на него втыкаю, а как оно на камеру-то видится, не показываю, блин. Вот тебе, зритель, смотри. Ну, конечно, еще не потекло, но вот в просветах между... Ну, короче, когда я смотрю на него в эти просветы, я вижу там такое вот уже маслянистенькое. Можно, конечно, еще поуделывать его. Лочкой только сейчас заделаем. Был бы виноградный сахар, можно было бы зафигачить и было бы вообще отпадно. Ну, мы медика добавим. Я подозреваю, что его надо как-то тоже прокаливать, обжаривать или типа того. И чтобы он был чуть потеплее, соответственно, он быстрее тогда пойдет. Такая плотная масса, блин. Сейчас он мне напоминает вот марципановую массу. Ну давай, сваливайся. Так. Мягкое такое. А что я долблю ее? Можно было рукой подтолкнуть, и она бы пошла дальше. Все, теперь точно последний раз. А то воздуховое голодание уже начинает появляться. Побольше делаем. Ну, где-то так, это 11-я скорость.
Я тут приблизила специально, чтобы ты тоже это увидела, то мало ли с чего ты будешь это смотреть, с какого-нибудь утюга допотопного. И скажешь: Лёля, ни хрена не видно. А тут тебя приблизили и скажешь: Лёля, дофига все видно. Ну что? По-моему, оно практически уже дошло. Меня просто как бы это, вот первый раз я делала, знала, что я хочу, и что я ожидала, и что будет. А потом я забыла, что я должна хотеть. И мне казалось, что одна минута так долго идет, 3 минуты это вообще так долго идет. Ну, я-то тут прерываюсь на паузу, да. И оно, может, больше, чем 4 минуты измельчало на самом деле. Но когда вот уже все надежды отпали, и вдруг так раз, и оно начинает той самой консистенции проявляться. Короче, когда знаешь, что ты хочешь и что ожидаешь, и что должно быть, то все ништяк. А когда как сейчас, ну когда же? И уже бросаешь все, думаешь, все нафиг выключу, еще сколько тут, 300 лет еще это снимать и показывать. И оно вдруг начинает доходить до той самой нужной консистенции. Практически масло уже пустило. Такая мягкая масса. Можно катать конфетки. Надо, кстати, будет ее не смешивать пока с медом, посмотреть в интернете, может, что-то из нее можно сделать. Ну что, зритель, ты увидела, я думаю, все в своей жизни. Я сейчас даже слегка отодвину его, чтобы ты увидел совсем все в своей жизни. Ну, как-то тут не очень удобно. Стоит у меня камера сейчас стоит спиной к холодильнику. Вот так вот практически все ты увидел в своей жизни. Весь этот полноценный агрегат. Да, у него 6 ножей, я, наверное, забыла сказать в первом самом ролике. Сегодня, пока это писала, подумала сказать, что тут 6 ножей. Потом думаю, ну, кому интересно, наверное, загуглят и узнают. А потом все-таки сказала, что тут 6 ножей. Как-то надо так это поставить, чтобы с него вся эта полезная штука не свалилась. Сейчас попробую показать на камеру это, как тут у нас управлять с телефона и при этом это втыкать в камеру несколько так странно. Смотришь на себя, видишь свою руку, как она есть и как она в телефоне. Вот оно какое. Я его переложу и тоже засниму, как оно выглядит, наверное. Да, я решила убрать этот толкатель, перемешала все ложкой и пустила снова, причем на первую скорость, на 4 где-то минуты. Ну и включила тебя камера, в смысле, включила камеру для тебя, зритель, уже без управления с телефоном. И оно как бы стало так однородно, точнее как, я минут так, секундах 30 втыкала на один пузырик вот здесь вот, и он так уменьшаться стал, думаю, блин, надо камеру включить нахрен. Ну и, в общем, я сейчас еще включу, наверное, на пару минут его. Так-то он рассчитан на то, что будет долго-долго так работать, но не полчаса, я думаю. Ну, как бы приличное количество времени. Где-то обычные блендеры минут 5, максимум 5 минут 3 от силы. И сколько-то времени перерыв, а тут вот работают. Ну, в общем, еще дадим ему немного поработать. И он еще более уменьшит эту пасту, в смысле измельчит.
Я тут как-то так замерла. Анипка. Здесь-то он уже это капельки такие жиденькие местами. Смотри, зритель. На более дородной стала. Но более так похоже, ну, еще чуть-чуть можно, и будет уже практически такая масло-масляная. Польется куда-нибудь. Ну что, я тебя выключу пока, в смысле камера, для тебя, зритель. И немножко его еще поуделываю, а потом сниму уже результат. Потом буквально пару минут еще подбивала. Вытащить это, конечно, тут еще гемор, учитывая, что там небольшое количество. Я думаю, потом купить чашу поменьше для него. А стоит в половину где-то цены самого блендера. Но посмотрю, может, не только на Озон где-нибудь еще продается. 3,990 рэ за чашу на литр до пиаломикса. Вот. Ложками выскребала. Там немножко осталось еще. Я видела просто рецепты смузи с бананами, с кэш. И вот сейчас хочу. Чтобы не пропадало зря то, что мне задолбалось выскабливать оттуда. У меня как раз есть банан, который, ну, очень долго лежит и ждет, когда же я его съем. И я сейчас это смузи все свояю. Чем он, зритель? Оно как бы по вкусу уже такое, но по консистенции, как арахисовая паста или арахисовый рубеч. Вот ближе к дну оно было именно вот такой массы. А далее более густое. Поделись рецептом, что ты делаешь с кэшью. Или, может, ты тоже делаешь рубеч с кэшью, что-то с ним еще делаешь. Пока тебе, зритель.